И всем привет, мои дорогие подписчики, приветствую вас, как всегда, на канале Кунька ТВ, с вами, как всегда, Кунька. Итак, пора же узнать, кому достанется этот посох, это копье на Инчо. Набрали мы с вами 794 просмотра, 68 лайков, 51 комментарий, и это очень здорово, спасибо вам большое. Давайте перетаскиваем ссылочку сюда, нажимаем кнопочку «Поехали» и смотрим, кому же у нас везет сегодня. А везет у нас сегодня игровой варвар. Жду стрима, на прошлый не пришел, был занят, ах ты ж козел. Ладно, переходим к нему. Переходим на обмен. Нажимаем Immortal. И ищем Immortal. Где оно? Вот оно, Да, это подарок. Предложить обмен. У меня завибрировал телефон. Это значит обмен наш. Вот-вот будет подтвержден. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Отправить. Окей. Смотрим. Да, отправился. Все, народ, погнали смотреть. Итак, дорогие мои подписчики, многие просили сделать мне обзор на новое событие в Доте Маракай. И честно, многого я рассказать про это событие не могу. Вальвы тупо сделали Ctrl-C, Ctrl-V. Так как новый в кавычках Маракай — это годень, который был в 2015 году. Маракайн — это большая ящерь с драконом, ее язык не повернется назвать. В ходе игры игроки должны подбирать эссенцию, которая падает с крипов, или выбивать ее из специальных сундуков, которые рандомно появляются на карте. И чаще всего, по моему личному мнению, всегда они появляются не в вашу пользу. Ибо когда я пытался что на стриме, что не в стриме пойти взять этот ящик, затанковать его в соло или даже с командой, почему-то вражеская команда всегда была первее или ближе. Ну, опять же, да, это мое мнение, сколько людей, столько и мнений. Итак, набрав определенное количество эссенции, вам надо прокачать Бонни. Я его буду называть так. И поиграв в это событие на стриме, как на стриме, так и вне стрима, я понял, что лучше всего прокачивать полностью зеленую ветку, она находится слева от предложенных. Чтобы войти в прокачку Бонни, вам надо левой кнопкой мыши кликнуть на тотем, рядом с иконкой персонажей. И также левой кнопкой выбрать ветку. Ветки всего три. Это зеленая, красная и синяя. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим подробнее. Также, я думаю, многим интересно, какие же персонажи решают в этом событии. Раньше был баг на Гулю, но его быстро пофиксили. И честно вам скажу, ибо персонажев там нет-нет-да-да встречаются очень часто. Это у нас Омник, Темпларка и Зевс. Но, как по мне, затащить можно любыми персонажами, так как в этом событии важна командная игра. Потому что надо постоянно бегать вместе с этой ящерицей. Я же могу поделиться своим опытом в этом событии. Очень тащит Акса Ганиму. Так как, когда Годень спамит плюс 100-500 своих пеньков. Пеньков — это, ну, типа, как у Фуриона, те же самые яйца, только в профиль. Акса Ганиму дает второй спел по области. Получает просто неебический буст. Многие говорили, что хорош Тетчерс, и я попробовал его на стриме. Но есть то, что повергло меня в шок. Годень одним прыжком по области, ну, я думаю, кто играл, тот видел такие вот. Ну, по области появляется, и он туда прыгает. Ломает все мины, которые вы туда усердно ставили. То есть, неважно, сколько там мин, он их одним прыжком все уничтожает. Это просто пиздец. И неважно, что там стоит табличка, или их видно, не видно. Он просто уничтожает все по области. Поэтому, если захотите поиграть в это событие на Тетчерсе, вам надо быть хитрее, ибо тупо минировать вышки уже не получится. И да, то есть говорили кто-то, что можно Годня взорвать. Народ, на позднем лайнинге у Годня, блин, 7000 хп. То есть, в теории, да, можно поставить 12 мин и взорвать его нахрен. Но если вы на секунду прощелкаете или захотите взорвать и Годня, и персонажей, да, там вражеских, то просто может такой момент наступить, что вот щелк, и все, нету больше мин. Поэтому здесь я вам советую, если вы так же, как и я, любите играть на Тетчерсе, народ, надо минировать леса, надо минировать подступы всякие, потому что они будут бегать за сундуками, и есть смысл, то есть, пробовать где-то заминировать проходы, чтобы взорвать именно, пока персонажи будут бежать к сундукам. Это мое мнение, но вы играйте как хотите. Я вам просто делюсь своим опытом, который был получен сегодня буквально ночью на стриме. Также я не мог забыть про своего любимого персонажа Пуджа. Пудж в этом режиме очень даже неплох. А все потому, что когда вражеская команда вводит хоровод вокруг своего Годня, вы же можете запросто вытащить одного из них прямо из хоровода, так как Годня Пудж протянуть не может. Вот, народ, да, это тоже один из моментов, когда все-таки я собирал линзу.
Потому что максимальная длина хука, персонажи вокруг него бегают, да, как бы защищают, ходят рядом. Ну, блин, народ, я думаю, те, кто играл в Годни, сами себя видели со стороны, видели противников. Все кружат вокруг Годни, и сейчас будет еще рассказано, почему дальше. Так что пуш с линзой, признаюсь, здесь он будет довольно-таки хорош. Также не будем забывать, что у Пуджа на 25-м левеле может... Пуш на 25-м левеле может получить 3 секунды к стану. И хоть Годню и можно прокачать сопротивление к магии, если ваша команда нормально... так, немного остановимся. Сопротивление к магии. Сопротивление магии — это третья ветка синяя, но о ней мы тоже поговорим. Если ваша команда нормальная, она быстро справится, пока Годнь будет в стане. То есть где-то примерно 4-5 секунд Пудж будет держать Годня в стане. И этого хватит, чтобы ваш там снайпер или кор развалил просто Годня в салат. Потому что... Когда Годин не в стане, он очень много швыряется обилками, и реально убить его очень сложно. А вот Пудж — это один из тех персонажей, у которого подточный стан, то есть, ну, в одну цель. И очень долго держит, поэтому против Годня Пудж очень хорош. Но надо не забывать, что если вражеская команда рядом, то вам пиздюлей быстро выдадут. Это как бы уже когда вы убили вражескую команду, или вражеская команда решила пойти на топ, забила на Годня, Годень пошел по боту. Вы быстренько его забираете, голды с него отваливают нихуево так. Так что, народ, про Годня никогда не забывайте, надо ходить именно с ним, либо убивать всегда вражеского Годня, потому что на него дают голду, и он слишком много дает бустов во время файта. Он может позахиливать по области, много давать там сплэш урона, так что, народ, Пудж как бы неплохо, вы как бы вытянули файт, перенесся далеко от Годня за счет линзы, вы быстро развалили вражескую пачку и убили Годня потом, и все, ништяк, припеваючи сносите трон. Итак, по персам я вроде что-то вам дорассказал, что по поводу веток прокачки Годня все просто. Сначала надо максить зеленую ветку, после чего красную и под самый конец синюю. Эти ветки также дают буст и игрокам, так, допустим, как при прокачке красной ветки. Это та, что посередине. Персонаж ближнего боя могут и разок крутануться как Акс и нанести урон, равный своему урону с руки. То есть, допустим, если у Пуджа там 500 урона, он может бить, и он по кругу, также по кругу, то есть не по одному персонажу, а именно по области, крутится и наносит 500 урона всем. Так что учтите это тоже, когда будете играть, кого бы взять. А под конец хотел бы сказать, что все же очень хорошо заходят те персонажи, которые могут быстро подавить пуш. На ранней стадии игры, так как Годень с пеньками кушает вышки очень быстро. Да, народ, про это не надо не забывать, так что какая-нибудь Пугна, еще кто-нибудь, они могут зайти. Потому что, когда там, наверное, на минуте на 5-й, на 10-й, честно, не помню, начинает появляться первый Годень. И все его качают именно в зеленую ветку, потому что она самая сильная для начала. Вот именно для начальной стадии игры. Вот, пинков этих отдефать будет очень сложно. Акс, допустим, даже Акс отлетает. Пугна, вот он сможет. Также хотелось бы сказать, что очень хорошо зайдет Шейкер. Опять же, да, на ранних стадиях, когда пеньков до хрена, когда просто их там идет такая тьма, что аж страшно, если честно, то прям Шейкер туда залетает, бах, эхослэм, и все. И капец. Ну и самое главное, опять же, по моему личному опыту, катки идут около часа, поэтому есть смысл брать персонажей на поздний лейт. Я, народ, показывал это на стриме, и все вы видели, что катки идут не меньше часа. И не ссыте, что не успели, ну, за исключением той, когда нас выебали, когда я с подписчиком на МК играл, я его случайно обматерил с ног до головы. Но у нас был лесной алхимик, ну, не суть. Это одна из 7 в 10 каток, которая была 30 минут. В основном они идут по часу из-за того, что это Годень. Ой, зеваю, извиняюсь, не выспался из-за того, что ночной стрим был. И не ссыте, что не успеете что-то выфармить. Если вы будете ходить с Годнем, то голда у вас будет в достатке, так как периодически он роняет мешок с золотом. И если он убивает крипа, с него падает дополнительный мешочек с золотом. Ну а теперь пойдем и разыграем вам что-нибудь. Но и также, перед тем, как пойдем что-нибудь разыграть, я вам объясню, допустим, потому что я как-то, да, вроде рассказал, но я уверен, что кто-нибудь у меня спросит в ЛС, а как, а чё, почему. Народ, все очень просто. Когда Годень прыгает по области, он ваншотит крипов. Ну, не на начальных левелах, потом он ваншотит крипов. И чтобы как-то компенсировать игроку этих крипов, он роняет все деньги, которые он выбил с крипачки. То есть, допустим, там в пачке сколько у нас? 4 ближника, там один дальник. Ну, грубо говоря, короче, очень грубо говоря, 350 голды.
То есть с одной пачки, если вы бегаете с ним, вы можете получить 350 голды. Получит только один, тому, кто быстрее поднимет эти мешочки. Поэтому есть смысл играть персонажем ближнего боя. Опять же, эссенция падает из крипов для ближнего боя намного удобней. Опять же, Акс в этом режиме очень удобен, в том смысле, то, что вы танкуете крипов. А вражеским персонажам тоже нужна эссенция. Они подходят, вы даете агр и... быстренько их вздергиваете. Ну ладно, Никонар, теперь пойдем что-нибудь разыграем вам. Итак, дорогие мои подписчики, я разыграю я вам то, что обещал на стриме. Если бы, ну, когда я говорил, что если мы наберем 20 зрителей, я открываю кэш, и что с него падает, то я для вас и разыгрываю. Так оно и получилось. У нас было там 20-21 зритель. И разыграю я вам вот этот сет на Гримстрока, который мне выпал. Очень классный сет, многим он очень нравится, как и мне лично. Итак, для участия вам надо подписаться на мой канал, нажать лайкусик под это видео и оставить абсолютно любой комментарий с ссылочкой на свой трейд-оффер. Также, народ, напоминаю, что в моей группе ВКонтакте есть специальный пост с расценками на новые морталочки с первой сокровищницы, со второй сокровищницы. Вы можете их приобрести, написать мне в ЛС. Так, кстати, народ, не ссылочка на свой трейд-оффер, извините, я туплю. Не ссылочка на трейд-оффер, а ссылкой на свой профиль в Стиме. Я добавлю, напишу вам. И подарок вы сможете получить только спустя месяц. Народ, придется месяц подождать, но я думаю, сет этот того стоит. Вот, народ, так что, если вам нужен этот сет, пишите абсолютно любой комментарий, ссылочка на свой профиль Стима, либо на свой ВКонтакте, пофигу, я либо туда напишу, как вам удобнее. И поставить лайкусик, подписаться. Вот, на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, не пропустить новые видео или стримы. А также хотелось бы напомнить, что если мы наберем с вами до конца International 2500 подписчиков, я сделаю розыгрыш с новыми имморталками ВКонтакте. Так что, народ, все в ваших силах, зовите друзей, зовите подруг, зовите маму, папу, бабушку, дедушку. А я вам желаю удачи и быть всегда на позитиве. Всем пока!